Красноярске назначен новый глава департамента городского хозяйства. Им стал Игорь Тетенков, ранее занимавший пост главы Свердловского района. Новый глава департамента родился в Красноярске в 1969 году, окончил Академию МВД России, аспирантуру КГУ, защитил кандидатскую диссертацию. С 1986 по 2006 год служил в правоохранительных органах, уволился в звании полковника. С 2007 года Тетенков работал в аппарате администрации города.